Во время рейда были остановлены для проверки. После. Я поняла, да. После Назгуль. Да, не подчиняется требованиям сотрудника милиции и скрывается с места остановки. На большой скорости. Сейчас пойдем. Сейчас подойдем. Все хорошо, Назгуль. Давайте так сделаем. Потом в ту сторону пересядьте и разговаривайте сколько хотите. Вот инспектор рядом сядет. Я прошу только 2 минуты. Хорошо, 2 минуты вон проедете, да, у вас времени будет до туда. Девушка, давайте не будем это задерживать друг друга. Назгуль. Хорошо, по телефону вы разговариваете сейчас на данный момент. Ключи передайте, пересядьте на подъемник. Сделал, да? Перебейтал. Назгуль, вот оскорбь. Да, мне надо берем. Все, хорошо, передавайте письма. Да. Марку это утром. Да какая разница? И чего оттуда, чем? Перегадывай. Наркология на гипотезе. А мне зачем? А почему убегаете? Я не убегаю. А что сделали? Просто я торопилась, я очень хотела. Ну как торопилась? Вас остановили же? Алло. Все по чему? Что у нас телефон потом будешь разговаривать? Сейчас, секунду, пожалуйста. Выйди потом, сейчас процедуру пройдешь. Алло. Алло. И что у вас завтра родилось? Катя тоже с ним. Юля Зонсен. Если сменим. Юля Зонсен. Юля Зонсен. Юля Зонсен. Что, есть? Не, уже да, я гимн. Патрон, сильнее. Чонгыз, я к вам обращаюсь. Телефон уберите, нормально. Да, мне лайк. Чтобы она мулькала.